Buna da Rasul bizim patriot svoje rodine, большой патриот на патриот ватитемен. Bugün herkasta bizim beylikke gelgenmiş şuna Rasul aytıp şu sümetlikten vatanın tarihi bizim de bilmek için bugün aktarıp şuna Rasul bizimle arı baraya tep gelgenmiş. Buna hana çırlar aldınlı beylikli çırları şu oytanın içinde şu su gölgen yerini tavuk olmayı temirlanan askerleri şundan gitçi yaş anan içinden çıkıp şu sudan su alan zamanını görüp şu giregen yerin şundan tavalak buzgan olgan harkasta bekletme şu yerde şu çırlar bunağına görsete su alıp bali bir ek çırlar alın şuna açılgan şular şu boyumun karasa şuna köp çırlar var giregen yaşkın teşikleri bulgan yabulagan taşlarını salıp belki tukoya bulgan adam çıkıp olan kule. Şolay bir hali anakka biz varacağımız. Buna Rasulma birçe padrotlu video material arı kübeyle deriliş bulacak. Rasulma kanalı var. Yürütegen kopten verili. Şu kanalı siz karap bulacaksınız. Barda bizim Türk kardeşlerimizde, barda karayalan bizim auditoriyalarda, barda da Rasul salam aleyküm. Sen ne söyle? Assalamu aleyküm. Sen вот видите, мы находимся на наших исторических местах. Очень приятно сегодня нам расскажет и покажет Атагиши. Вместе будем делать съемку тоже. Всем приятного просмотра. Всем ассаламу алейкум. Мы идем дальше, поднимаемся к пещере. Расул берет вершину. Красота. Немножко кровь кипит, все нормально. Первая терраса. Тайный ход. Подготовленный к завалам. Вот эти камни. И у нас она построена кладка. Свет и вот внутрь подземного хода. Вот это большая глыба. Такое ощущение, вот-вот сейчас она упадет. Но одна из таких камней, вон она только упала. И вот этот проход завален. Сейчас мы пойдем к следующему. А вот когда поднимались, было очень холодно, мы даже одели дополнительные свитера. А сейчас уже эта сторона уже греется сильно. Еще хотя бы будем смотреть, изучать вот эту пещеру. Будем мы безумно известный блогер Расул Абдразаков и проект Атакумук совместно проводит экспедицию Аркас, родина наших предков. Говорят, здесь жил какой-то великан, и жители, чтобы он не злился, оставляли здесь крупный рогатый скот. Ежегодно в одно число определенное здесь, вот она углубляется на 300 метров, уходит, но мы опасаемся, потому что она вся в трещинах и спускаться очень опасно здесь. Она идет приблизительно на 300 метров, как нам сказали местные старожилы. Она идет углубляться на 300 метров. Также здесь летом летний зной, когда сильная жара, местные жители здесь держат скотину на этой местности, и она очень удобна, здесь прохладно, и здесь как бы используют как загон. А так она незаметна, что здесь пещера есть, его люди не замечают, и она вообще практически незаметна. А так большая комната, вот по предположению ученых, вот это место и есть вот это самое вот комната. Просто
Вот где сейчас забор. Раньше здесь была стена, которая вот закрывала она вот это место. И здесь вполне не только 100, даже 200-300 всадников спокойно могут поместиться. Здесь рядом родник находится. И все условия. Здесь можно даже находиться долгое время. Вон там даже вот просматриваются щели. И соединена с потайными ходами, которые мы смотрели ранее, с той стороной. Все вот эти тайные ходы, они соединены между собой. Вот так приблизительно. На стенах так особо записей, надписей там таких нет. И вот место штыря. Вот такие железные штыри, которые это уже на самой вершине Харкастау. Вот здесь крепость Харкасское городище. Мы находимся сейчас на самой верхушке этого городища. У нас Расул тоже есть, Абдуразаков. Красота! У нас пейзажи. Вот вся красота Харкасского городища. Самая верхушка, макушка. Здесь снег тоже есть. Очень прохладно, и ветер тоже. А на той стороне вообще солнце. В Казани еще вообще как летом. Плюс 9 даже есть, а здесь минус... Сколько минус показывает? Минус 4, да? Да, примерно. Здесь нормальный холод и снег тоже есть. Шолай, кардашлар, бугун, между прочим, 9 января это. 9 января 2022 уже год. Вот крепостные стены Харкаса. Город Харкас. Бывший форпост Хазарского каганата. И даже столица была в одно время. Сейчас здесь остались стены крепостные. Мы находимся у стен. Руины, развалины. Вот стены. Они хорошо сохранились. Эта часть не тронута местными жителями, потому что она находится очень высоко. И так особо его не растаскали, как в нижней части. Здесь вот они хорошо сохранились. Вот самое высокое место здесь. Вот сейчас я подойду ближе к стене. Вот хорошая кладка. Вот стена. Многие говорят, что где-то моя крепость, мы были в Харкасе, а где-то моя стена, говорят. Вот, пожалуйста, я сейчас нахожусь под стеной, у стен. Вон там внизу современный Харкас. Вон там сейчас плохо видно. А так, вот, пожалуйста, стена крепости Харкас. Она очень длинная. И по высоте тоже. Вот. У нас надо, урбели, кардашлар, без хали, Харкастағы бетлетіне, чырларыны, түбінде бұл сұрат мен мұна әрі тұрған ман. Генлігінде көрсетейін меске мәрі шылап бұзылған ерінде табалақ. Мұна ғана генлігі де бар шыны. 2 метр лағы ұқ. Мұна генлігі.
чырны. Шу чыр кете бийиктиги да бар. Унахана неч чагы жерге багып кете шу чыр. Көплөр сурай мага айта була. Эсе ата киши крепость бар деп айтасан, онда бейлик бар деп айтасан, кайда бар о крепостьаны биз көрмөдүк деп болот. Унахана шуна келсеңиз, лап башына эринмей көтөрүлсөңиз, шулай крепость мына. О, уна көрөсүз чырлар. Нече 100 метрга кетеш. Дербенский крепостьтен, между прочим, шу бир да калышмай. Мына кладкасы да, бу саатта да унахана барда чырлар ташшар унахана. Барда көрүнүп турат. Şu göçken, şu sallanma yerinde biraz yürümeye malisiniz. Buna hana çırlar işlenen şu barda mramur. Mramurdan işlenen o sayılığa bu sallanan. Başka taş buna uçacağı da şu sallanan da bek soğuk bir yer özde. Buna karda var halde. Yakışık güle güle. Tüp yakta, o yakta kum var. Kadan işte bugün 9. yanvarda yakışık güde öyle işsi bizde çap istedi. Ona gün var hali bunlar o yakta kadan işte bak ayak birisi aldığa yelen maç degen tavuğun ki gün tigilip biraz görünmeye yani. Ya bu yakta salgın bek. Bu yanı severme uklon. Şu bellikte biz. Buna da çırlar. Buna bugün şunla bizim yollaşımız da var. Rasul Abdurazakov na artı da istedi bat ete tura bu çırlanı. Karap, tergep, özünü bloguna da salmağa. Buna barda kurçuları aldın şu yerde kilise bulgan yerler. Barda şu. Buna hana barda göçke. Tamam buna hana tüşk etegen. Buna hana tüşegen hot çır. Barda buna hana çırını genliği 2 metre var mı Rasul şunu genliği buna hana var buna hana şu komnatalar çırlar kürçüler bunlar yoksa yok bunlar başı şu yer buna hana şundan tabalak düşük gete barda buna hana bunlar bir interesli teşvik de var bir yerde bu mevzu ne teşviktir bu şuna teşvik de var. Şurayı şundan tabala getirgen zabalinli buna hana behirgen şurada bir balancı tane hot buna kurçuları aldım kurçular buna hana taşlar var da kurçu kuyum ne gile şu temir olan buzgan şunu buzup buna çırlar taşlar var da şurlar şöyle kürümde kurç var da kurç. Bunu ayta birevler biz çırlar görmedik, onunla taşlar görmedik. Ayda var onunla depola harisi. Aha, sizge biz kurç deyik de bugün şuna. Aydanabız. Şunu sallama tarak kardeşler. Sallayık şunu.